Доброго дня! Сьогодні у нас ще один блог про карате з людиною, яка сама себе краще представить, ніж я. Та давай сміливіше в камеру. Добрий день, Аніта Серегіна. Станіслав. Ой, Станіслав Коруна. Я встаю, вивожу звідси. Слухай, а я можу сказати Оля Серегіна? Ой, я перепрошую, Аніта Серегіна. Добре. Неймовірно, чудово. Красива блондинка Аніта Серегіна, яка займається карате і є членом національної збірної України. Па-па, на неї камеру. Сочно? Зайшло? Скажіть, будь ласка, що почалось ваше життя в карате? Ну, у світ карате я прийшла десь в 11 років. Об 11.00? 7 листопада 2001 року. Боже, ти так добре це пам'ятаєш? Так, добре. Я навіть не міг би згадати, коли я прийшов. Я дуже добре пам'ятаю, бо це велика подія в моєму житті, бо до цього я десь 3 місяці думала йти, і коли вже наважилась, то цю дату дуже добре запам'ятала. А взагалі про карате я дізналася у дитячому таборі того року, коли я поїхала, то обычно я ездила где-то в июле, а в этом году чисто случайно дедушка мне взял путевку в августе. Ну, я и в июле была, и мне так сильно там нравилось, что я говорю, дедушка, давай еще там, если будет возможность, возьми мне еще, я поеду еще. И он мне взял путевку в августе, и в августе я познакомилась с каратистами и с тренером своим. И поэтому это такая путевка судьбы была, можно так сказать. Ну, і через 3 місяці я вже прийшла в клуб. То Олександр твій перший тренер, він ніколи не мінявся? Ніколи. І до нього нікого не було? Один єдиний? З карате? Так. Да. Нікого. А до карате було ще щось? Так. Хіба існує життя до карате? До карате була гімнастика, плавання, волейбол, баскетбол. Коротше, і все перепробувала? Легка атлетика. Скільки вже років ти займаєшся карате? 21. 21 рік. Слухайте, майже як ти. Як народився наш оператор, Аніта Серегіна пішла на карате. Плюс-мінус. Слухай, а що, ти пам'ятаєш свої перші змагання? Куди це було, як це було? Так, пам'ятаю. Але скажи, давай, про свій результат в першу чергу, а про друге, про свій емоційний стан. Результат це було 3 місце серед 3 дівчат. Але це призове місце. Але це медаль. Медаль є медаль, тому вона... Моя медаль дуже гордо висіла на стіні в одиночестві. 3 місце, тому... Да. Ну, емоції були, звісно. Ну, дуже довго на соревнованнях я не могла спокійно виступати, тому що дуже сильно переживала. Ну, як всі, мабуть, коли виступають, волнуються, там, стресують, ще щось. І у мене от... Ну, дуже довго таке було. Даже где-то еще лет, наверное, 23-24, вот так я уже более-менее начала чуть спокойно относиться к выступлению. Слухай, ну вот зараз, коли ти виступаєш там на міжнародній арені, відстоюєш честь країни вже на світовому ринзі, скажімо так, переживання вони ж є? Бывают такие соревнования, на которых переживаний нет, но я начинаю переживать из-за того, что я не переживаю. Це ненормально не переживати, треба переживати, да? Так, це ненормально, і чуть-чуть все равно переживання бувають, но зараз просто чуть по-другому к этому относишься. Не знаю, возможно, из-за того, что уже такой большой опыт соревнований, и ты уже на это больше смотришь, как... Ну, я к этому отношусь, как... наш тренер, да, Антон Владимирович, тренер национальной сборной, он нас всегда учил, говорит, что типа каждый бой — это как шахматная партия. Вы должны, понятно, что на этот уровень соревнований, на который мы ездим, уже все подходят подготовленные физически, там, тактически, технически, и в боях ты выиграет тот, кто просто уже переиграет, один другого. И я стараюсь выходить с, таким холодной головой, чтобы контролировать весь поединок и на ошибках соперника там пытаться зарабатывать баллы. Но просто когда я сильно волнуюсь, этого не получается. Поэтому так стараюсь перед боями максимально успокоиться и не волноваться.
Слухай, може, ти пам'ятаєш, які в тебе думки були в голові, коли ти от починала свої перші змагання і от виходила на поєдинок? Що це було? Це був хаос в голові. Я не знала, що робити. Просто била что-то там руками, ногами девочек, ну, я не понимала. И так происходило, самое интересное, очень долго. Тут треба что-то робити, роби что-то просто, да? Да, ну, так очень долго происходило, пока где-то в, ну, наверное, в 2010 году, по-моему, мы, или в 2011 мы встретили, ну, к нам приехал Антонио Алиева, мы ездили к Золтану в Венгрию, тоже был тренер такой, ну, он есть, и когда они уже нам рассказали там про дистанцию, про реакцию, мы уже чуть-чуть уже понимали, что, что можно думать в боях, оказывается, не только бить. Да. И уже вот. А так где-то до 20 лет это просто были какие-то бездумные, ну, бои. Розкажи, будь ласка, цей переломний момент, коли ти від спортсмена-аматора перейшла в професійний спорт, особливо ти як особистість, як воно в голові все помінялось. Ну ж був якийсь момент, коли тут не йшло, а потім бац і поперло. Якщо зараз так перекрутити час назад і подивитись на моє минуле, то зараз я можу сказати те, що професійний спортсмен – це не той час, коли ти починаєш брати медалі високого рівня. Професійний спортсмен – це коли ти починаєш ставитись до спорту професійно. І, ну, не знаю, на жаль чи на щастя, я можу сказати, що коли я почала брати медалі чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу і там прем'єр-ліг, то, ну, тоді я не була ще професійним спортсменом. Так, ти вже медалі брала, але професійним спортсменом була. А от можеш сказати, я надіюсь, що нас дивиться молода аудиторія, яка насправді собі в голові багато казок малює про те, як це бути спортсменом, і ще насправді це дуже просто, легко. Чи відрізняється життя професійного спортсмена від життя спортсмена, який просто для себе тренується? Ну, спортсмен, который тренируется для себя, это тот человек, который живет обычной жизнью, и раз в день у него есть вечерняя тренировка по карате. И, ну, на период того возраста, когда мне было 21-25 лет, я понимала, что этой одной тренировки в принципе достаточно, ну, чтобы побеждать на международных соревнованиях, на чемпионате Европы. Возможно, это потому что, ну, все равно мужское карате, оно совсем другого уровня, чем женское. Ну, это все знают. Это понятно, что взять медаль девушке намного проще, чем взять медаль парню. И, а вот профессиональный спортсмен – это тот спортсмен, который… Ну, так случилось, что в 2016 году я ушла с милиции, потому что мы попали в Олимпиаду, карате попало в Олимпиаду, и я тогда работала… С утра до обеда я работала в милиции, потом я шла тренировать детей, и вечером у меня была одна тренировка. И, ну, это нельзя назвать, что я профессиональный спортсмен. Вот сейчас, так возвращаясь назад, я понимаю, что я не была профессиональным спортсменом. И когда я ушла с милиции, то у меня появилось больше времени свободного, соответственно, я смогла больше посвятить себя тренировкам. То есть утром мы начали уже заниматься тоже. У меня появились дополнительные тренировки, это с утра. Но это тоже еще пока что я еще... Ну, где-то я уже приближалась к профессиональному спортсмену, но пока нет. Когда в 2016 году я встретила своего мужа, сейчас который является моим мужем, то... Как-то он открыл мне глаза на другой мир спорта, что помимо карате есть еще и очень, не то что немаловажный, а очень важный мир физподготовки, который должен быть у любого спортсмена. Ну, я тогда относилась к этому скептически, потому что я думала, что, ну, там, тренажерный зал, это, наверное, просто там для, это фитнес-индустрия, кто хочет красиво выглядеть, ну, чисто для себя. Но со временем, когда я уже начала ходить в тренажерный зал по его инициативе, он как бы убедил меня в том, что это мне необходимо, я поняла, что результаты совсем другие стали у меня идти. Результаты я стала по-другому себя чувствовать, и в тот момент я поняла, что я очень много времени потратила
упустив вот такую физподготовку в своей спортивной карьере вот до 26 лет, которая у меня была. И также он мне открыл, ну не то, что открыл глаза, просто также он мне рассказал о правильном питании, то, что как я питалась до этого, так на самом деле спортсмены, ну, не могут питаться, потому что это тоже основа, ну, основа и залог нашего здоровья, и а спортсмен это особенно, профессиональный спортсмен это кто получает, ну, там, сумасшедшую нагрузку, и если мы не будем восстанавливаться, а питание это один, ну, как бы из факторов восстановления, то мы не сможем поддерживать такую высокую работоспособность, ну, чтобы держать себя на высоком уровне как спортсмен. И мне кажется, вот тогда я стала более профессиональным спортсменом, потому что поменялось отношение, ну, очень сильно во многом, во многих аспектах. Вот. От физподготовки, питания, то есть, ну, режим дня, что это должен быть, ну, я ложилась спать непонятно во сколько, я могла там проснуться непонятно во сколько. И, ну, вот когда это все нормализовалось, я поняла, что все равно, ну, как ни крути, это все равно какие-то ограничения для тебя. Ты, ну, ты не живешь там, о, там, захотел, покушал это, захотел, покушал это, захотел, там, лег спать в 3 часа, проснулся в 12 дня. И, ну, это все равно какие-то, ты живешь в каких-то рамках, и я думаю, что эти рамки и, ну, можно назвать, что профессиональные спортсмены все живут в этих рамках, потому что приходится чем-то жертвовать. Ну, для меня просто это не жертва. На самом деле я просто человек дисциплины, и когда мне это все рассказали и показали, как это работает, я, ну, я класс, я готова, ну, то есть так жить, мне это нравится, я не скажу, что я себя ограничиваю. От скажи, будь ласка, це теж зараз направлено для молодої аудиторії. Якщо ти тренуєшся по 30-40 разів на тиждень, це гарантує тобі, що ти станеш офігенним спортсменом? Я маю відношення до цього виду спорту, маючи можливість спілкуватися з багатьма спортсменами, вони думають, що раз я тренуюсь до хіба раз, значить, я точно стану крутим. Розбий, будь ласка, цей міф або підтвердь. Ну, є один такий професор Силуянов. Чуть-чуть тренуємося по його системі. К сожалению, его сейчас нет живых, но у него есть там лаборатория своя, там, где спортсменов тестируют и так дальше. И он как бы основополагающий принцип, то есть, ну, вот его всех теорий, что на самом деле спортсмен должен больше отдыхать. Ну, каким образом? Например, вот... Зараз тільки дуже акуратно, бо зараз вся молодежь почне відпочивати. Нет, я не про это. Я про то, что как посыл для тренеров, потому что вот советская система, вот, ну, он так рассказывал, и в принципе мы можем тоже так это проследить, что советская система тренеров, она такая, что если у тебя бой 3 минуты, ты должен тренироваться, там, значит, продраться 5 боев по 5 минут, и тогда ты будешь готов. Ну, если у тебя соревнования через неделю, а ты сегодня дерешься 5 боев по 5 минут, ты не восстановишься за неделю. Есть периодизация подготовки. То есть, если до соревнований далеко, это может быть 30 тренировок в неделю. Если, ну, чем ближе к соревнованиям, соответственно, это количество тренировок должно уменьшаться. Ну, еще смотря, какие эти тренировки. Конечно, если просто вот по себе я скажу, что тренировки по карате, они, ну, настолько специфический, что, например, для меня это огромная нагрузка для суставов, ну, на колени, да, и многие у нас спортсмены страдают, там, колени болят, спина болит, чтобы этого не было, вот, ну, тоже то, что я тебе рассказывала, к чему я пришла, надо заниматься, ну, в тренажерном зале, укреплять там мышцы, суставы, связки. Ну, 30 тренировок в неделю, это, конечно, ну, уже чересчур, лучше, например, дать, ну, там, себе отдохнуть, и потом там после этого отдыха ты наоборот сможешь продолжить еще лучше, чем ты себя загоняешь вот таким образом, и потом тебе понадобится наоборот больше времени для восстановления. То есть лучше вот вовремя отдохнуть, чем, ну, переработать. Це ти сама маєш це рішення прийняти? От я сьогодні не даю відпочивати, чи ти це перед тим маєш узгодити з тренером? Да, з тренером. Обязательно. Все спортсмени. Все молодые спортсмены и вообще все спортсмены, они должны, ну, неукоризненно слушаться тренеров. Вообще. Ну, то есть, свое мнение может быть, ты можешь, ну, там, обсудить с тренером там то, что ты думаешь, но твое мнение не решающее.
10 тренувань в тиждень, ну, відпрацювати на середньому там, рівні як спортсмен, чи краще 3 тренування в тиждень, но максимально якісно їх відпрацювати? Що краще? Качество. Да, лучше качество. Угу. Добре. А тепер моделюємо ситуацію. Можливо, в тебе така була. В світі спорту молоді спортсмени, особливо там 15, 16, 17 років, дуже часто стикаються з таким, що вони вважають, що тренер в чомусь не правий. Ну, возраст такий. Да, вік такий. В тебе таке бувало? Да, конечно. Розкажи про це. Якщо можеш, то побільше. Да, да, 18, где-то 18 лет, когда мне исполнилось 18 лет, и мы поехали на первый чемпионат Европы. По взрослым я проиграла первый бой 8-1, и я поняла, что такая-то 8-1, что мне делать тут на этом уровне. И ну, я уже для себя где-то понимала, что все, ну, наверное, это все, типа, это мой потолок. Я, ну, не хочу, типа, зачем, меня тут разбили 8-1, но я тогда просто попала на девочку, которая там чемпионка мира, Европы, на словачку там на одну. А ты это знала тогда, когда с ней была? Да, я знала. И я проиграла 8-1, и когда я приехала, то, ну, тогда еще у меня было там первые отношения, и, ну, это всегда девочек затягивает туда, ты думаешь только про эти отношения, какой там спорт, и... Ну, и мне там тренер говорит, давай, Анита. Я такая, это нет, это не мое, туда-сюда. И он мне сказал тогда, хорошо, говорит, отдохни. Я такая, да, конечно, я буду отдыхать. Чтобы ты реально планировала завершить карьеру 18 лет? Давай дальше. И он такой говорит, ну, отдохни. Он не стал, ну, как бы прессовать меня, то есть давить на меня, не разговаривать со мной, ничего. Он вот просто отпустил меня. И ну, было лето, я лето все отдохнула, то есть в августе. За 2 месяца, конечно же, я соскучилась за карате, потому что я уже занималась этим 7 лет на то время. И у нас в августе были сборы, ну, обычные, как всегда. И я уже забыла про то, что я там говорила. Я поехала на сборы, думаю, ну ладно, потренируюсь. И потом в сентябре месяце мы поехали на гран-при в Стамбуле. Это были мои вторые соревнования взрослые. Ну, там тоже собралось очень много, то есть девочек там с разных стран. И я тогда выиграла 2-е место. И я, как сейчас помню, это было $1500 призовых, да. Я такая подумала, ну, возможно, это еще не конец моей карьеры. Сейчас почекаю, да? Да. Ну, и как-то потом и отношения закончились, и... Я поняла, что, ну, наверное, я чуть поспешила в своей голове с выводами, потому что великие дела не делаются быстро. То есть везде надо терпение и труд. Окей, ну це б тобі було 18 років, це вже ще не зовсім, ну, хоч якась же свідомість сформована. Ну, нет. А от в 14-15 років? 14-15, 16-17 у мене просто не було... Ну, знаешь, как вот у меня была подружка одна, и мы с ней вместе тренировались, она меня привела в этот спорт, и да. Марина, ну, наверное, не знаешь ее. Ну, та люди почнут гуглити. Ну, Марина, да, она привела меня в спорт, и... Прізвище буде десь тут потім писати. Ми так можемо зробити? Посилання можна, на Марину. Можна без фамилии. И тогда... Ну, она вообще мега-талант была в этом спорте, мега-талант. Ну, то есть она разбивала меня на всех соревнованиях, ну, она для меня была просто, ну, реально, она была для меня там вообще пример вот каратистки, то есть я хотела быть как она, реально. Ну, а потом где-то в 14-15 лет началась вот это там какой-то там 8-9 класс, начались дискотеки, там мальчики, еще что-то у нее. То есть, ну, у меня... Чекай, вы в однолетке были? Да, мы в одном классе учились. Одноклассница. Но у меня, типа, так сложилось, что, ну, родители не богатые, и у меня не было никакой возможности. То есть, как бы меня звали везде, но у меня не было возможности там ходить по этим дискотекам. Ну, и мне сильно сейчас не хотелось. И поэтому 14-15, 16-17, это я вот так только и видела, только карате. Мне больше ничего не надо было. 14-15, 16-17. Поэтому... Ну, я думаю, что из-за того, что я была, ну, наверное, ограничена,
вот каким-то, ну, не знаю, жила в ограниченном, может быть, обществе, то есть в обществе одних каратистов, и я не видела, то есть, другой жизни, вот этой там ночной вечеринки и еще что-то, то у меня не было такого периода какого-то, что там все неправы, еще что-то. Я до 18 я вообще, мне только карате, мне больше ничего не надо было. Я даже у меня там в школе была такая ситуация, что в 11 классе я, получается, была единственная золотая медалистка на всю школу. И... Анита золотая медалистка? Да, и Вау. Я не хотела сдавать экзамены. Мне тренер сказал, говорит, я могу тебя освободить экзамен. Я говорю, да, освобождаю, чтобы я тренировалась, не тратила время на эти экзамены, не нужны. Он такой, все, супер, я освобождаю. И завуч нашей школы в слезах пришла ко мне, говорит, Анита, пожалуйста, сдай экзамены, потому что, ну, без экзаменов мы не сможем тебе дать золотую медаль. То есть ты должна, типа, ее подтвердить обязательно. Я там, мне ваша школа не нужна, я ничего не хочу. Ну, в общем, я сдала экзамены, как бы все нормально. Ну, просто вот, чтобы ты понимал, что вот мне кроме карате на то время ничего не надо было. Хороший спортсмен, обов'язково мусить вчитись добре? Ні, я розумію, що ти золота медалістка. Ні, просто є різний ум. Є ситуаційний ум, там є бытовий, є, ну, там, не знаю, як сказати, в учебі, да, може бути чоловік умний. І, ну, мені кажется, що спортсмени должны бути такі, ну, більш умні ситуаційно, тобто находчиві. Ну, не обов'язково прям бути в школі ботаніком, щоб бути хорошим спортсменом. То есть, если ты за это спрашиваешь, ну, не обязательно. Я веду до того, а чи можна бути повним двоечником, який нічого не знає, і бути топовим спортсменом? Можна. Можна легко. Це ми виріжемо. Це ми виріжемо. Нам такого не треба. Ну, це не означає, що не треба вчитися в школі. Тоді не виріжемо. Окей, добре. Хто такий посил дали тільки що дітям? Добре, хорошо. Зараз, я секундочку. Давай. Просто школа, это, ну, тоже можно сказать, жизнь, ну, каждого. То есть школа – это как и спорт. Ты должен, ну, научиться преодолевать какие-то трудности, препятствия, ну, там, научиться ну, зарабатывать хорошие оценки. Это все тоже трудности и препятствия, которые, если ты научишься преодолевать, то ты сможешь это делать, ну, и в спорте, и дальше, ну, во взрослой жизни и так дальше. Я просто вот так к этому отношусь. Ну, просто многие считают, что там, если ты отличник или еще что-то, все, ты ботаник там, и, ну, вешают на тебя такое клеймо. Ну, я так не считаю. Перейдем від розуму до поєдинку. Як ти бачиш поєдинок? Ну, смотри, каждый соперник, вот мы перед Олимпиадой сидели, разбирали всех девочек, которые со мной были, ну, на Олимпийских играх. И для меня это были вообще, ну, очень крутые девчонки. И я вообще думала, что там они что-то нереально делают. И мы просто разобрали их. Вот каждый мы посмотрели по три боя. И я просто для себя поняла одну вещь, что все соперники делают одно и то же. Ну, каждый вот свое что-то делает, но он делает одно и то же. Только вот одна соперница у меня есть в категории, которая, ну, сложно предсказать. Она там бьет с левой стойки, с правой, левой ногой, правой. А все остальные, они реально делают одно и то же. Вот реально. С того времени, вот, ну, на данный момент для меня бой — это, ну, как бы, можно так сказать, как схема, которую я готовлю перед каждой соперницей. Это на каждую соперницу это разная схема. Вот для каждой подойдет разная схема. И самое важное, чтобы я была готова технически, ну, и выполнить эту схему. Потому что... ну, там, если я бью кидзами с левой, то, например, там, с одной соперницей я могу это сделать, а с другой не могу. С другой мне надо ударить там, гиаку с правой, ну, грубо говоря. Mm-hmm. И имея на каждую соперницу вот эти схемы, я вот выхожу до боя, раз, чик-чик, почитала, ну, там, мы поговорили. Почитала, это ты в голове, в тебе реально есть какой-то... Да, реально есть. Записник, где ты то? Да. Так, тетя Валя, проти неї треба так. Да, прикольно. Реально есть. И, ну, я знаю, а сейчас, ну, как бы намного проще это делать, потому что, ну, например, в лигах мы в группах. В группах это 2-3 человека, которые ты знаешь, что ты точно будешь с ними, ну, соревноваться. И мы заранее раз, 2-3 человека, раз на это, на это то, на разминке поразминали все, что будем делать, и все. И я выхожу вот четко с этой схемой. Самое важное, чтобы в бою
У меня такое бывает, ну, очень редко, но бывает. Когда очень плотный бой, еще и плата горит. И иногда, ну, очень сложно придерживаться, ну, этой схеме. Потому что, ну, там, какой-то эмоциональный всплеск, какая-то форс-мажорная ситуация в бою. Последний раз такое было в Париже. Я дралась с канаткой. И тогда Антон Владимирович сидел у меня на стуле. И у нас тоже был там четкий план. Но в какой-то момент она меня, я пропустила удар ногой в голову, ну там в нос, короче, пошла кровь сильно, и это чуть-чуть меня так оно как бы подшатнуло. И когда начался бой снова, я поняла, что у меня нет мысли, что делать. И это самое страшное. И в этот момент, как ни странно, вот Антон Владимирович начал каждую секунду мне что-то говорить, что делать. И я поняла, что сейчас надо чуть отключиться у себя в голове и просто, ну, исполнять то, что он говорит. И, ну, слава богу, все нормально, бой закончился, там я его выиграла. А вот ты ведешь, ты на татамі, під час поєдинку, в тебе є своя думка в голові, і ти думаєш, зараз треба зробити це. Тренер, який сидить в коуч-боксі, там твій тренер, тренер збірної, неможливо, хто тобі каже зовсім протилежну річ, роби зараз це. Що ти вибереш? То, в чому ти впевнений на 100%, чи то, в чому впевнений тренер на 100%? Ну, просто тренера не говорят. Тобто? Ну, когда я дерусь, то в основном мне, ну, не подсказывают. Ну, сейчас, на данный момент, ну, там, не Антон Юрьевич, ну, там, не мой тренер, они мне уже конкретно там по ситуациям не говорят. Ну, же бывали такие выпадки, правильно? Да, но если это сходится с моим мнением, так как сейчас я уже тоже тренер, и, ну, там я езжу с детьми на соревнования, и я понимаю, что там я могу видеть, ну, например, одну ситуацию, а они, например, в тот момент чувствуют совсем другое. И, ну, как бы, если они послушают меня, они сделают это... Я, честно, я нажимал такие режимы. Они, то есть, сделают это, ну, как бы, ну, не от сердца, да, не уверен на 100%, потому что сказал там тренер, поэтому, ну, я всегда в такие моменты говорю, что если вы, ну, чувствуете, что это совсем кардинально не то, делайте то, что, ну, вот вы хотите сделать. То, что вы чуваете. Да. Я такая фраза, физкультура – это для здоровья, а спорт потребует здоровья. В спорте чем пришлось пожертвовать и как с этим справляться в плане здоровья? Ну, наверное, мне повезло, потому что с 16 лет тренер беспокоился о моем здоровье, потому что в 16 у меня начались проблемы со спиной. Он сразу же взял меня вот так за шкварник, повез к врачу, сам причем. И 3 месяца мы тогда потратили на лечение спины, то есть я вылечила спину. Потом такая же ситуация произошла с коленями, он тоже так же само занимался, то есть, ну, моей реабилитацией. И, ну, вот сейчас тоже у меня там некие проблемы с коленями есть. И, ну, наверное, это все-таки дисциплина, которую должен привить спортсмену тренер, что, ну, помимо тренировок даже обязательно должны быть восстановительные процедуры, там, баня, массаж, ну, если мы говорим о профессиональном спорте. То есть какие-то там физиопроцедуры, если есть какие-то микротравмы. То есть, ну, ни в коем случае нельзя это игнорировать, а сразу же, если какой-то есть там звоночек или что-то болит, то лучше это, то есть, ну, на корню залечить, чтобы потом дальше, ну, ты не пропустил еще больше времени, так как травма станет еще более серьезной. Тобто не треба просто чекати, само пройдет. Знаешь, как говорят? Да, нельзя, ни в коем случае, конечно. Не йду до лікаря, бо само пройде, або не йду до лікаря, бо вже нічого не врятує. Так не можна. Слухай, мене цікавить, а будучи професійним спортсменом, можна себе забезпечити фінансово в нашій країні? Ми зараз беремо ситуацію до війни, як воно було. Сказати за себе чи взагалі? Кажи за себе. В тебе інтерв'ю беремо. За себе. Ну, я як професійний спортсмен можу себе забезпечити так. Це призові, це там ставка збірної, чи ти маєш так, на увазі ще, як ти тренером працюєш? Ну, по-перше, це ставка збірної, по-друге, це, ну, призові, але вони, звичайно, не бувають завжди, бо медалі є, призові є, медалі нема, призових немає. І призові не такі великі, хотілося б. Так, і по-третє, це робота в клубі. Мої діти, яких я треную, це десь 3 групи в мене. І, ну,
все це разом, воно, я можу це забезпечити. Окей, а забрати роботу тренера, бо це не про професійний спорт, а іменно як спортсменка? Як спортсменка, тоді ні. Не можу. Бо не можу, тому що дуже багато коштів я витрачаю на себе, як на спортсмен. Дуже багато коштів. А як ти вважаєш, це проблема УФК, чи то проблема взагалі організації ВКФ світової, що вони організовують турніри і недостатньо великі там призові ставлять? Ну, я думаю, що в першу чергу за своїх спортсменів має піклуватися федерація, в першу чергу. Колись, десь роки 4 тому, до мене приходив чоловік, я не пам'ятаю, як його звуть. Він представився як менеджер, який буде в майбутньому шукати спонсорів для топових спортсменів федерації. Ну і взагалі спонсорів. І ну, тоді я подумала, це дуже крутий крок для нашої федерації, бо тільки за рахунок спонсорів, мені здається, що ну, можуть себе забезпечити професійні спортсмени. Завжди буває якась проблема комунікації між спортсменами і керівництвом федерації. От ти, будучи спортсменом, що би ти хотіла поміняти в кращу сторону? Просто цілком можливо, що вони думають, що все окей, а ну, тобі як спортсменці зсередини видно краще. Є речі, які ми просто можемо через брак комунікації не розуміти. Інколи люди жаліються, що на них не виділяють коштів. А якщо і думають, що тих коштів є багато. А насправді з тої сторони, от я працюючи в одній структурі, наприклад, коштів в нас є багато, але ми законно їх не можемо реалізувати на ті чи інші потреби. Отак от. Хоча кошти є, але реалізувати по закону ми не маємо права їх. Ну, тому ти не жалієшся, ти просто говориш, що би хотілося. Ну, я просто хочу сказати, ну, не тільки за себе, я хочу сказати, так як, ну, у мене муж теж в національній збірній і багато інших теж ребят, які, я розумію, я на зарплаті, ну, тобто на зарплаті міністерській і, ну, благодаря моїм результатам, тобто, ну, ця зарплата там не маленька і, ну, я розумію, що і другим треба достичь якихось результатів, щоб была эта зарплата, но мне кажется, что здесь, ну, немножечко ход событий должен быть другой, что ребята должны, ну, получать, наоборот, сначала какие-то финансы, то есть, чтобы обеспечить себе профессиональную подготовку к, ну, к турнирам, и тогда будет результат. А у нас чуть наоборот. У тебя есть результат? Хорошо, у тебя будет зарплата. Пока у тебя нет результата, этой зарплаты не будет. Но откуда возьмется результат, если ребятам надо думать, как потренироваться два раза в день? Ну, это как давай, мы говорим сейчас, например, ну, в принципе, мужское, женское карате. Хорошо, как потренироваться два раза в день? Как обеспечить себя работой, чтобы заплатить за, ну, хорошо, там, тренировки по карате бесплатно, чтобы заплатить за тренажерный зал и тренера в этом тренажерном зале? Как заработать деньги, чтобы, ну, там, нормально, правильно питаться, это на самом деле сейчас очень дешево. Как обеспечить себе спортивное питание, как обеспечить себе все, ну, там, восстановительные моменты. На самом деле у меня в месяц уходит около 20-25 тысяч гривен на вот это все. И, ну, кем надо работать сейчас у нас в стране, чтобы успевать еще два раза в день тренироваться и как минимум зарабатывать, ну, иметь такую зарплату? Може, зараз без прізвищ, але просто скажи, є хтось у ФК, кого би ти хотіла б звітом забрати або поміняти? Просто є такі люди чи нема? ФК? Да, в управлінні федерації. Та ні, немає. Та ні, немає чи немає? Немає. Добре. Ну, просто ніхто на думку не приходить. Добре. І от в мене до тебе є ще два питання. Перше, розкажи, будь ласка, про свій за якийсь поєдинок, за який тобі більше всього стидно, і водночас зразу за поєдинок, яким ти пишаєшся більше всього. Угу. Ну, як ти розповідала, там 8-1 мене розкатали, я така, все, блін, карате то не моє. Це може бути він, ну, чи? За це не стидно. Мені тоді 18-го було. Зараз. Стинно. Там, не знаю, вийшла фото один ак, один ау. А, іменно стидно, да? Іменно стидно, да. Ну, давай. Ну, що, стидно, да. За фінал чемпіонату світу останній. Стидно.
потому что, ну, потому что я потеряла бой, потеряла концентрацию и, ну, проиграла по своей вине этот поединок важный. Не знаю, будет ли у меня еще финал чемпионата мира или не будет. И, ну, я буду долго себя корить за этот бой, очень долго. То есть проиграть 8-1 мне не стыдно, я понимаю, что я далеко тогда до этой спортсменки. А выигрывая эту спортсменку и просто, ну, потерять контроль, где-то, не знаю, потерять все эти мысли, которые столько, ну, столько мы было проговорено, обговорено, что делает этот спортсмен, и, ну, не воплотить это все в бою, вот за это стыдно. Окей. А, і, можливо, є якісь поєдинки, яким ти більше всього пишаєшся? Може, сальтоху? А, є, да, є, да. Є одна дівчина з Канади. І вона завжди, в неї в інстаграмі три поста зі мною. В першому пості вона пише, ти ніколи, you never escape from my kicks. Типа, и там, где она меня бьет. Второй пост – Happy Olympic Day, она меня снова бьет. И третий пост – типа, Until we meet again, ну, пока мы не встретимся снова. И после этих всех постов, ну, я не стала выкладывать ей что-то в ответ. Просто мы с ней встретились на… Это было уже 4 боя последних подряд. Я ее выиграла в Париже. И в Каире на финале чемпионата, на финале премьер-лиги, вот этот бой я им прям сильно горжусь. Я его выиграла тогда 5-0. Прям сильно горжусь им. Прям я сильно хотела ее просто выиграть за эти посты. Но мне не нравится это, ну, не спортивное поведение. И, ну, поэтому вот такой поединок. Я за него. А ты не хотела до неї підійти? Знаешь, там після поединку там обнімається, ручку жати и тихенько на вушко, и волневе там. Ні, не хотілося, ні. Не хотелось. Ну, всередині було це злорадство таке, да? Хорош? Ні, не злорадство, просто я такий чоловік, треба на ділі. Не на словах, а на ділі. Угу. Поэтому, ну, для всіх було понятно. Добре, в нас часу небагато, бач, нас там вже виганяє, і оператор вже злий на нас. Тоді таке питання. Війна на тебе, як на спортсменку, вона тебе змінила? Ти будеш тепер по-інакшому виходити на поєдинок? Ну, я думаю, що війна змінила всіх нас. І... Ну, зараз, коли ми були, ну, в Португалії, і, ну, це дуже велика для мене перемога, ну, золото прем'єр-ліги, бо таких перемог в мене небагато. І, на жаль, я, ну, не змогла порадуватися цій побіді своєї і за тої ситуації, яка відбувається в країні. І думаю, що, ну, поки це все не закінчиться, эти все победы, это, ну, они не будут приносить мне счастья и удовольствия, как это было раньше. Просто это такие маленькие победы, которые я буду посвящать нашей стране, нашему народу. Но сама, честно, за них прям радоваться и каких-то супер эмоций у меня. Пока все это, пока война будет происходить, я думаю, что не будет. Люди зараз розділились на дві такі групки. І просто цікаво, як ти вважаєш, топовий спортсмен під час війни, він, зараз ми не говоримо там про жіночий, чоловічий, взагалі, топовий спортсмен, він має бути в країні воювати, чи топовий спортсмен, ми говоримо зараз про найкращих, мають країну презентувати на світовій арені? На твою думку, що все правильно? Ну, я думаю, що тут немає правильного відповіді, тому що... Как нет правильного ответа в том, что правильно то, что люди уехали со страны или остались. Здесь тоже нет правильных ответов. Это выбор каждого. И, то есть, ну, если спортсмен хочет защищать страну на фронте, это и лично его выбор. Если он знает, что он сможет сделать больше на мировой арене, то есть победить и, ну, какими-то... Не знаю, там словами донести до всего мира, что давайте, ну, все объединяться против войны, то, ну, это тоже, значит, он может себя там больше проявить. Поэтому для меня нет здесь правильного, неправильного. Це був блог про карате, і сьогодні з нами була Аніта Серьогіна, не побоюсь своїх слів, одна з кращих в світі. Не забувайте підписатись, поставити якийсь хороший коментар, колокольчик, що там ще?
Лайкулька. До побачення.